Порой выбор паровой системы среди большого разнообразия представленных на витрине заводит нас в тупик, а это в свою очередь существенно усложняет нам задачу поиска именно того устройства, которое смогло бы удовлетворить потребность его приобретения. Чтобы ее упростить, хочу предложить вашему вниманию популярный среди многих девушек отпариватель от именитого бренда Philips, который благодаря старанию трудолюбивых китайцев создал одну из немногих моделей, способную не только эффективно отпаривать одежду, а также радовать глаза своим необычным, очень привлекательным внешним видом, который отдаленно можно принять за фен для сушки волос. И это, пожалуй, единственное, что их между собой объединяет, так как во всем остальном это совершенно разные приборы. Корпус девайса состоит из приятного по тактильным ощущениям матового термопластика, который гармонично дополняет небольшой полупрозрачный бак, оснащенный на стыке с прибором золотистой лентой, подчеркивающей общий дизайн устройства. Предназначение данного бака необходимо девайсу для получения той самой желанной струи пара, обеспечивающей удаление складок на ваших вещах. Чтобы отстыковать емкость от корпуса прибора, во много усилий на это не потребуется, достаточно всего лишь потянуть ее в направлении прорисованной стрелки. После чего вы увидите небольшое углубление, в центре которого расположено отверстие для заливки воды, плотно прижатое силиконовой заглушкой, которую для максимально удобного откупоривания производитель оснастил небольшими язычками. Открыв заглушку, воду в контейнер следует заливать максимально очищенную от посторонних примесей, к примеру, таких как минералы, которые, как правило, в большой концентрации содержатся в обычной воде из-под крана. Следовательно, заливая такую воду, ты внутри прибора, как и трубки, по которым поступает горячий пар, в ближайшем будущем, покрываясь налетом от минералов и солей, может с легкостью выйти из строя, что приведет к поломке прибора, а это вряд ли вас порадует. Чтобы этого не произошло, покупайте воду, специально предназначенную для паровых систем, или используйте дистиллированную. Максимальная вместимость воды в контейнер составляет 100 мл. Этого, как утверждает производитель, вам хватит на целый комплект одежды без дозаправки. Саму же силиконовую заглушку, по необходимости заливая воду, можно полностью снять. Главное только потом не забудьте установить ее на место, плотно прижимая к горловине. Чтобы понять, каким образом залитая в контейнер вода попадает в спрятанный за термопластиком бойлер, где она превращается в пар, вам следует обратить внимание на расположенную внутри контейнера прижатую к одну пластиковую трубку, представляющую собой снаружи маленький металлический шарик, расположенный в специальном гнезде, который при состыковке емкости с корпусом проталкивается внутрь контейнера, выступающей трубкой на самом приборе. Но даже после этого вода с контейнера в бойлер все равно поступать не будет, ровно до тех пор, пока вы не включите тумблерок устройства и не дождетесь, когда расположенная сверху световая индикация, оповещающая о нагреве бойлера, погаснет. Благодаря мощности девайса в 1000 Вт, долго ждать вам не придется. Время нагрева составляет не более 30 секунд. После того, как индикация погаснет, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Таким образом, вы запустите помпу, которая начнет подавать воду на тен, где, превращаясь в пар под небольшим давлением, она будет выходить наружу через 7 достаточно крупных отверстий металлической пластины, обеспечивая тем самым беспрерывную подачу пара до 20 грамм в минуту. Такая интенсивность позволит справиться не только со складками любой сложности, независимо от типа ткани, но и с легкостью избавит белье от неприятного запаха, а также уничтожит 99,9% вредоносных бактерий, в том числе и пылевых клещей. Как только вода в контейнере закончится, отпариватель напомнит вам об этом, издавая характерный звук. Также стоит отметить, световая индикация в процессе работы периодически будет включаться и выключаться, это обусловлено защитой тена от перегрева. Чтобы понять, насколько крепко контейнер с водой держится, состыковавшись с прибором, следует обратить внимание на расположенные по бокам два пластиковых подвижных элемента, которые при состыковке контейнера с корпусом входят в посадочное место в виде небольших углублений на самом контейнере, обеспечивая таким образом надежное сцепление бока с устройством. Присмотревшись поближе к металлической пластине, можно заметить, что ее края касаются не корпуса прибора, а специальной уплотнительной терморезины, обеспечивающей не только максимально допустимую герметичность, но и защиту пластика от высокой температуры, которой достигает данная пластина. К тому же ее идеально гладкая поверхность позволяет обеспечить максимально тесный контакт с тканью в процессе ее отпаривания, не нанося абсолютно никакого вреда. А это значит, убирать складки, как и неприятный запах, можно не только на оптимальном расстоянии 5 см, но и максимально прижимая горячую пластину к любому типу ткани. Что весьма удобно делать, держа прибор в руке за достаточно удобную вытянутую ручку, которая к тому же имеет свойство складываться.
А столь компактный размер, как и возможность работы от сети 220-240 вольт, позволит вам брать его с собой в длительное путешествие, где он не раз спасет вашу рубашку, блузку или любимое платье от образовавшихся складок перед вечеринкой. Также комфорта управлением устройства придает шнур длиной 2 метра, обеспечивая свободу движения на значительном расстоянии от розетки. К тому же транспортировать устройство, как и хранить, очень удобно в специальном тканевом мешке, которым производитель укомплектовал нашу модель. Подведя итоги, давайте посмотрим, насколько хорошо паровая система справляется с образовавшимися складками. Как вы успели заметить, отпариватель стоимостью в $60 с поставленной мной задачей справился на отлично, а вот насколько он хорошо или плохо справляется с вашей, пишите в комментариях под видео. Таким образом, вы поможете определиться с покупкой тем, кто этого еще не сделал. Также не забывайте ставить лайк, а подписавшись на канал, жмите на колокольчик. С вами был Леонид, всем пока-пока.